Большая честь для меня и возможность передать от очень многих. Привет, передай нашу любовь, передай, ну, я не знаю, столько людей простых, граждан, и не только простых. Я должен был эту любовь вам передать. Спасибо большое, Георгий. Ну, я считаю, что белорусы заслужили от грузин такой любви, потому что мы всегда с уважением относились грузинскому народу, грузинам. Но сейчас еще это отношение подкреплено очень активными двухсторонними форматами, которые вы инициировали. Значит, то, что сейчас происходит в Грузии по отношению к белорусскому продукту вообще, любому, который вот импортируется с Беларуси, это я тоже хотел, чтобы вам вот просто лично сказать, что торговая марка «Беларусь» это уже стало таким серьезным брендом. Это уже вот по направлению тех магазинов и вот сейчас еще новых бизнесов, которые открываются. Имя «Беларусь» – это торговая марка, значит, это значит, что это бренд, quality бренд. Здорово. Когда-то мы с тобой мечтали о том, чтобы заложить фундамент наших отношений. Я помню первый. А сегодня уже у нас что-то получилось. Же можно выстраивать дом какой-то. Ну, а вот я еще хочу вас поблагодарить за тот пересоба, который здесь был. Просто я фото видел. Ну, это весь Минск на улице. Это не моя заслуга, заслуга грузин. Понимаете, вы вот почувствовали, как относятся. Не везде же так получилось. Ну, у нас особое отношение к грузинам. Очень много собралось людей тогда. Мы уже переживали, что не уменьшает та площадь. Да, ну я фото видел, это просто... Обычно такие камерные, небольшое количество людей, праздники. А тут пришли тысячи минчан и гостей, и грузин много было, и те, которые живут у нас, и приехали специально. И послушайте, да, говорят, надо эти праздники повторять.